Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 136. Нам нужно выполнить действие. И первое выражение. 5488 минус произведение 66 умножить на 83. И расставим порядок действий. Сначала у нас выполняется умножение, потом только вычитание. Первое действие. 66 нужно умножить на 83. Сначала тройку умножаем на 66. 3 умножить на 6, 20, то есть 18. 8 пишем и 1 в уме. 3 на 6, 18 и 1 в уме, 19. Теперь 8 умножаем на 66. 8 на 6, 48. 8 пишем, 4 в уме, 6 на 8, 48, и 4 в уме, 52. Складываем 2 получившихся числа, восьмерку сносим, 9 и 8, 17, 7 пишем, 1 в уме, 1 и 2, 3 и 1 в уме, 4 и пятерку сносим. Ну, а теперь нужно из 5488 вычесть то число, которое у нас получилось в первом действии, это число 5478. Ну, тут можно было устно, в принципе, посчитать. И ответ у нас 10. То есть в первом примере мы получили 10. Второй пример, второе выражение, скобки 2823. 3 минус 2319, и это выражение умножить на 23. Здесь у нас выражение уже содержит скобки, поэтому сначала выполняем действие в скобках, а затем только умножение. Первое действие 2823 минус 2319. Из тройки мы девятку вычесть не можем, поэтому мы занимаем у двойки единичку. 13 минус 9, 4. 2 минус, то есть не двойка, а единичку мы заняли. 1 минус 1, 0. 8 минус 3, 5. И 2 минус 2, 0. То есть первым действием мы получили число 504. Второе действие, теперь это число 504, нужно умножить на 23. Тройку умножаем на 504, 3 умножить на 4, 12, 2 пишем и 1 в уме, 3 на 0, 0 и 1 в уме, 12, то есть 1 в уме, 1. 5 умножить на 3, 15. 2 умножить на 4, 8, 2 умножить на 0, 0 и 2 умножить на 5, 10. Складываем 2 получившихся числа, двойку просто сносим, 1 и 8, 9, пятерка, единица и еще раз единица. И в итоге мы получили 11592. Теперь выполняем задание под пунктом 3. 45 нужно умножить на выражение 1238 минус 148. Выражение содержит скобки, поэтому сначала действие в скобках, затем умножение. Первое действие 1238 минус 148. 8 минус 8 – 0. Здесь нужно занять у двойки единичку. 13 минус 4 – 9. У двойки единицу мы заняли, поэтому 1 минус 1 – 0 и единицу сносим. 1090 получили в первом действии. И второе действие нужно 1090 теперь умножить на 45. 5 можно умножать только на 109. 0 потом в конце просто к результату припишем. Так, 5 на 9, 45. 5 пишем, 4 в уме. 5 на 0, 0 и 4 в уме. 4 и 1 на 5, 5. 4 умножаем на 109. 4 на 9, 36. 6 пишем. 3 в уме. 4 на 0, 0 и 3 в уме, 3. И 4 на 1, 4. Складываем.
Не забываем сразу приписывать вот этот вот 0. Пятерку просто сносим. 4, 6, 10. 0 пишем 1 в уме. 5 и 3, 8 и 1 в уме. 9 и четверку сносим. Получили 49 050. И последнее, четвертое выражение. 21 умножить на 106 и минус 106. Сначала выполняем умножение, а затем только вычитание, потому что это выражение у нас не содержит никаких скобок. Поэтому нужно сначала 21 умножить на 106. Ну, можно, в принципе, переписать по-другому этот пример. 106 умножить на 21, так удобнее умножать. 1 умножаем на 106, будет 106. 2 умножаем теперь на 106. 2 на 6, 12. 2 пишем и 1 в уме. 2 на 0, 0 и 1 в уме 1. И 2 на 1, 2. Складываем. Шестерку сносим. Двойка, двойка, двойка. 2226 получили. И это было первое действие. Второе действие. 2226 минус 106. И получаем 2120. И это ответ ко всему выражению под пунктом 4. 2120. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.